Со сцены звучит песня про несокрушимую и легендарную. В зале военнослужащие, курсанты, ветераны. Глава Анапы Сергей Сергеев отметил, что современная российская армия вызывает у него чувство гордости и ассоциируется с надежностью. Я уверен, что в любых условиях, при любой задаче, которая перед ними будет стоять, они защитят мирное население. Отдельно я хочу обратиться к вам, уважаемые ветераны. Будьте уверены, что бы вам ни говорили, что бы ни происходило сегодня вокруг нас, в наших населенных пунктах, мы будем жить сегодня, завтра и в будущем в мирной и процветающей стране. Почетные грамоты и благодарности главы города вручают тем, кто проявил себя на службе, а также активно участвовал в военно-патриотических мероприятиях, которые проводились в Анапе. Награжденных более двух десятков. Среди них начальник Института береговой охраны ФСБ России Владимир Белков. Приятно, когда это не, как озвучено было, не Белков Владимир Васильевич получал эту грамоту. А это, наверное, заслуга всего нашего института, тот вклад, который мы делаем для воспитания молодежи для города. Курсанты. Это золотой фонд нашей России, который через 10, 15, 20 и последующие годы будут делать политику по защите нашей Родины. Поэтому я обращаюсь к вам с этой трибуны, что мы все вместе должны заниматься воспитательным процессом. После минуты молчания к вечному огню отправляется почетный эскорт с гирляндой памяти. Создатель, а вот как...